Вот когда Альфредо ему руку потянул, ну, это неуважение, да, как... Альфредо нужно было самому засадить ему. Ну, там никто его не тронул, там, я не знаю, ну... Ну, еще мой друг пощечину дал, пощечину, видели? Пощечину мой друг дал, и еще один пацан, и мой брат ему тоже дал. Официальный мой спонсор. Официальный спонсор, амбассадор. Шавхал Чурчаев в очередной раз напомнил всем, что не даст в обиду своего дорогого брата Альфреда Аудиторе в контексте недавнего конфликта с Данилом Регбистом. «Мой брат недавно одного перевернул, и кто хочет вступить против Альфреда, того тоже перевернем. Если у кого-то есть сомнения насчет этого, приходите и лицом к лицу сделайте что-нибудь, тогда мы посмотрим, а не через экран. Альфреда, мы рядом, братик», — написал Чурчаев у себя на странице. Думаю, для многих не секрет, что слова Шавхала – это ответная реакция на обращение регбиста относительно ситуации с Насаевым. В данный момент Чурчаев находится за бугром и не нарадуется полученной визы в США, и вовсю трубит о желании быть подписанным в UFC. Два сорванных боя за год, крайне посредственный поединок с Галимовым, Дейна Уайт, а почему бы и нет? Также по поводу нашумевшего конфликта регбиста с Альфредо впервые высказался Мариф Пираев, естественно, став на сторону своего близкого друга, и заявил, что лучшим решением закрыть их недопонимание – это подраться один на один. Я знаю лично Альфредо, да, он очень хороший парень, но я считаю изначально, вот когда Альфредо ему руку потянул, ну, я, как я поступил бы, да, я ему руку, например, человеку протягиваю, секунд 10 он мне руку не дает. Ну, это неуважение, да, как-то. Я бы... Альфреду нужно было самому засадить ему. И все. Это как-то унизительно, брат, когда тебе руку не дают. Ну, потом же там видели, Альфредо его подкинул, пару раз сунул ему, там, губу разбил или что. Смотри, брат, какой бы конфликт ни был, он же не задел его, там, честь, достоинство родных. Человек тебе руку дает. Дай ему руку, а потом же, что хотите, там, делайте, да? А так им нужно один на один выскочить. Ну, я думаю, регбист не выскочит никогда в жизни. Альфредо напихает. Уже. Вот я лично знаю, там, ну, много кто что-то говорили, толпой, не толпой. Там много ребят было, никто его толпой не бил. Наоборот, вот Всевышний свидетель, наоборот, хотели, чтобы они один на один вышли, и все. И я уверен, что Альфредо его зарубит легко. Он вообще всю ночь не спал, он искал его номер, потом как-то нашел номер. Он говорит, давай ты и я там увидимся, поговорим, и как мужчины закроем этот вопрос. И тот ни в какую, там, я не знаю, не отвечает, сказали, там, ну, я не знаю. А что думаете вы о мнении Шавхала и Марифа? И как вы видите разрешение конфликта между главами двух промоушенов? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.